На пути автомобилистов стала водная преграда. На улице Вокзальной в районе АЗС Шурави в результате таяния снега случился настоящий потоп. Всего в нескольких метрах от кольца просел асфальт. Водители возмущены, они боятся повредить свои автомобили. Дорожную ситуацию прокомментировали в администрации города. Какие меры намерены предпринять власти, узнавала наша съемочная группа. Этот участок дороги вновь оказался в центре внимания. В очередной раз прямо на проезжей части просел асфальт. Водителям приходится сбавлять скорость и аккуратно преодолевать возникшую на своем пути преграду. Приезжать очень страшно, не знаю, не дай бог, как провалится какая машина. Правильно же? Уже недели три, наверное. Вроде в том году ремонтировали, а в этом году уже все просело. Масштабные работы здесь проводили в 2019 году. Тогда на данном участке дороги заменили водопропускные трубы, асфальтовое покрытие, демонтировали дождеприемник. Через несколько месяцев после ремонта асфальт просел вновь. Аналогичную картину автомобилисты наблюдают и сегодня. Так она проваливается почти каждый год, так что ремонт предстоит опять. Попробую проехать тоже. Будем стараться потихоньку, аккуратнее. И всем тоже удачной дорожки, чтобы не провалиться там. В администрации города о дефекте на дороге в районе АЗС Шурави знают. Говорят, причиной провала асфальта стали грунтовые воды. В зимний период, так как там заболоченная местность, произошло вспучивание грунта на данном участке. И, соответственно, произошел такой перепад там, высот. В настоящий момент с проектным институтом прорабатывается вопрос по соответствующим проектным решениям, по результатам которых будут проводиться работы. Работы будут проводиться непосредственно в период при наступлении положительных температур с перекрытием движения. И это не единственная проблема на данном участке дороги, которая возмущает водителей. Всего в нескольких метрах от просевшего асфальта случился настоящий потоп. Стоило установиться теплой погоде, начал таять снег. Эти съемки сделаны около 2 недель назад. На кадрах видно, в воде некуда уйти. Останавливает бордюрный камень, который установили вдоль проезжей части. С трудом проезжаем. Ну, опасно, потому что, во-первых, я же не одна на дороге. Поэтому я думаю, что всех это возмущает. Решение проблемы здесь нашли. Бордюрный камень частично демонтировали. Воду отвели к оврагу. Поврежденный участок дороги пообещали привести в порядок. Ольга Сухоплюева, Вячеслав Гусев, Александр Макаров, телекомпания ТВН.